Всем привет! Вы на канале Тыквка ТВ. И сегодня у меня распаковка вот такого пакетика My Little Pony. Честно говоря, я не знаю, какая это волна. Если вы знаете, напишите в комментариях. Так, давайте посмотрим этот пакетик новый поподробнее. Вот тут изображены всякие пони, и как я поняла, в этом пакетике может быть, не знаю, какая-то пони из-за нового фильма My Little Pony, который был в кинотеатрах. Ну, тут написано детям трехлетним. Ну, нельзя. Так, это новая серия. Давайте ее откроем. Я уже хотела посмотреть ее. Так, надрежем. Так. Вот карточка. О, что? Что это за пони? Вау, она блестящая! Вау! Вот, я не знаю, видели на камеру, но она блестит. Она блестит! Посмотрите, какая блестящая пони! Ее зовут Мундэнсер. Вот ее имя, Мундэнсер. Вау, какая пони! Тут... Вот вкладыш. Ну, это, наверное, какие-то наборы с этими пони. Тут даже замок есть. Вот еще какие-то наборы. Так, здесь показаны все из коллекции. Вот пони, вот сама, Мундэнсер. Ну, тут еще бумажка со всякими вот такими, ну, как правилами там. Давайте рассмотрим нашу поняшу. Вот, если видно, то вот у нее тут очки, ну, как будто очки такие. Она очень похожа на пони Искорку. Кстати, если вы смотрели мультик, я вроде помню, что это ее старая подруга Искорки. Такая, сейчас посмотрим, вот у нее знак отличия тут. Плохо видно. Так, вот тут вкладыш. Какие пони нам могут попасться из этой коллекции? И всем пока! Вы были на канале Тыквка ТВ. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Пока-пока! Пока-пока!